Приветствую на канале Asmo Deplay. Мы продолжаем играть в Готика 3. Так, где у нас? 21 день. Давайте. Мы у ассасинов. Блин, шлем паладина. Можно было носить-то его, по идее, так-то. Хорошая вещь. И потом в конце отдать. Ну ладно, что. Миссия. Пальцы гребаные там. Так. А, ты меня не пустил, да? Так, что здесь добывают? Что здесь добывают? Золото. Огромные глыбы, блин. А чье это золото? Санчо. Ему принадлежит рудник. За это он тоже выплачивает дань Зубину. Понятно. А что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Охраняю золото и слежу за тем, чтобы всякие чужаки не начинали копать. Для тебя важно только то, что я охраняю золото. Можно мне что-то? Мы не знаем. Понятненько. Не так-то легко, да, что не попасть еще так, боец. Боец. Элитный воин, усталый раб. А совсем вот этот очень усталый, с ним поговорить, истощенный раб. Только... корзины нахрен, никому ничего не надо тут. Так. Тут воины спать, да, ложатся. Алхимический стол. Черт, что случилось? Привет, меня зовут Эйсебио. Алхимик, я полагаю. Ишнапсавар. Если тебе что-то нужно... Эх. Ты можешь научить? Ясное дело. Варить снадобье — это мой бизнес. Но прежде чем я выдам его тебе... Десяток цветов кактуса, так. Вау. Как... Научи меня. По сути дела. Как обычное зелье. Понятно, я там выучил. Вот теперь можно. И стрелы ядовитые, и оружие. А рук. Расскажи мне о городе. Слушай, а мне с этого ничего не перепадет? Я бы здесь с удовольствием прошвырнулся ночью. Что тебе мешает? Ты с ума сошел? Я рад, если смог утром вытащить свое пузо из кровати. Понятненько. Ленивый. Так, и что у меня получается? А взрывная стрела, то скорее всего магия огня. Мне могут сделать это что? И можно будет сейчас тогда завершать еще одну миссию в другом городе. Шамана этого. Санчо? Меня зовут Санчо. Караульных мне больше не надо. Как раб ты тоже не выглядишь. Что же тебе нужно? Есть для меня работа. Я и так плачу многим людям только за то, что они стоят и ничего не делают. Но если ты хочешь настоящую работу, тогда у меня для тебя кое-что есть. Что у тебя есть для меня? Я уже давно ничего не слышал о нашем тоннеле в Лаго. Фабио не поставляет золото. Там что-то не так. Сходи-ка до Лаго и посмотри, что там и как. У тебя есть для меня еще работа? Непременно. Я беспокоюсь о своих людях. Близость золота любого сделает слабым. Значит так. Поговори с ними и держи ушки на макушке. Ага, если бы она лика. Где находится Лаго? Лаго находится северо-восточнее отсюда. Несколько хижин на побережье. Несколько хижин на побережье. Ему даже название маленькой деревни не подходит. С которой понятно. Я больше не получаю золото. Ну ладно. Стоите, значит, ничего. О. Добро пожаловать в Бен-Эрай. Ты ведь не для того пришел, чтобы на работать износ. На износ. Ну да. Дружище, этот город золотое дно. Если хочешь поговорить о золоте, так принеси его с собой. Давай немного поговорим. Хорошо. Слушай. Добыча золота. Либо ты будешь махать кайлу, либо сделаешь все по-тихому. Всю округу.
Значит, ты да, еще не, чем я думал. Сначала тебе нужно заслужить. Понятно, это короче. Так, применяться сильно. Так. Ну-ка, потихоньку. Это украсть. Вроде бы парень ловкий. Я могу показать тебе, как подойти к су. Так. Кем ты здесь работаешь? Я начинал точно как и. Правда, это. Давно. Правда? Некоторое время я скитался по. Теперь вот стою здесь на. Правда, это не слишком доходный да занятие. Я много чего я вижу и слышу. Ну-ка, нет, блин, я думал, убийство научат. А что, если я захочу? Ты парень крепкий. Кроме того, нескольких рабов, которые наверняка останутся сражаться за нас. Но ты должен быть. Так что сначала Я свойся здесь. Так, ладно. Элитный боец, воин. Ну, ты тоже последовал зову золота. Мое имя Васко. Я управляющий в Бен-Эрай. И чем же занимается управляющий? Ах, я считаю деньги, организую охрану, слежу за рабами. В общем, всем, что должно быть сделано. У тебя есть для меня работа? С запада снова и снова появляются ползуны. Так, ну я их уже убил. Ты разорил все Ну да, я растоптал все, что там бегал. Ну хорошо. Так. Чтобы без глупостей, ясно? Я уверен, что у тебя еще есть дела. Никаких глупостей, так. Ясно? Так, это у меня, что у меня какой-то? Блин, хрен пойми, что, ладно. Так, награда. Тоннель Лага работает для Санчи. Десятки цветов кактуса. Десятки цветов кактусов. Ну так-то их можно, да, собрать где-то тут. Они растут же везде. Волчанка. Никого нет. А ваши сундуки грабить это тоже мне охота. Ладно, там сходим. Я уверен, там на побережье должны расти. О. Вот они. Далеко ходить не надо. Надо с кем-то там уж один поговорить, что ли. У тебя есть для меня работа? Работа? Эти проклятые кочевники ошиваются здесь повсюду. Я заплачу тебе за каждого главаря кочевник. Если, на твой взгляд, это работа, так... Огласи-ка весь список, пожалуйста. Шак Йорлев, он напал на Лагу. Хьюрит, он со своими людьми напал на Южный Оазис и Еспас. Он устраивает засады на дорогах. Баланс сделка закрыть. Я уверен, что у тебя еще есть дела. Так. Цветок кактуса. Ты чё нету? Тут я собрал. Так, ну я еще там собирал
Так что может хватить. Опа. О, точно. Мне нужен алхимический стол же. Шел бы ты отсюда, от греха подальше. Тебе пора идти. Я не хочу неприятно. Я уверен, что у тебя еще есть дела. Твою мать. Вот тебе, вот тебе цветки. Очень хорошо. Этот рецепт для тебя. Так. А ты мне столик не одолжишь? Ладно, тварь. Мы сначала с ним поговорим, хорошо. Что? И теперь продолжай в том же духе. Если... Так, ты научишь меня драться. Я хочу научиться бою с двумя орудиями. Искусство ведения у тебя с собой. Ты иди и по... Так, можно попробовать так. Нет, мы не знаем. Блин. Ладно, раз я могу... Где у меня? Мне надо травить что-то, что дело. Так, ну-ка, надо посмотреть, что у меня тут. Двуручный, самый обыкновенный двуручный, двуручный. Когда это... Боец на мечах. Ладно, сейчас посмотрим. Выйдем за пределы города. Чтоб не подумали, что я тут нападаю на всех подряд. Смотрим, какой у меня сейчас. У меня сейчас вот этот. Заточенный благословенный. А если вот этот? Вау. А мы его еще и заточим. Уже что у меня только один такой пока. Ладно. Идем. Сначала вот сюда. В стольни зайдем. Посмотрим. Посюда. Да. В обход. А, тоже нельзя тут стоять. Исчезни! Ой-ой-ой-ой. Так. Бочка с водой. А у меня какое тут задание-то еще? Доступ в Иштар, награда за голову. Шакир, лев пустыни. Айла, туннель. Туннель много так. Ага. А это арена, где драться можно. Эйсебио навлекает на себя подозрения. Эйсебио лентяй. Он измельчает травы и варит. Может, он просто так латал. Неважно. Лукар хочет прикарманить твой... Что правда? Вот то, хорошая работа. А теперь позабудься о том... Так. Ладно. У меня есть запасной вариант. Не пытайся тут колдовать. Сюда.
завязывай с колд... Мудрое решение. Пойдем. Ты идешь? Подожди. Где этот пивовар? Блин, он там так... Ладно, пока не отравлен у меня клинок. Ну, ничего страшного. По карте у нас что? Влагу. А, вот за забором. Пойдем. Блин, тебя на раскопки туда увезти, что ли? Так, так, так. Ты идешь, да? Молодец. Вон, пещера какая-то. И там пещера. В какой пещере же желаешь помереть? Давай сначала вон в ту пещеру зайдем. Королевский репей кому-то и пригодится. О, человечек со львом. О, а я тебя искал. Смотри, северный ветер принес нам воина. Я Шакьор Лев. Подойди и выпей со мной глоток воды. Почему ты называешь себя львом? Потому что я разделяю силу камня. Она доверена мне давно. Сила льва? Его камень. Я ношу камень льва. Это один из древних камней друидов. Значит, ты друид? Расскажи мне. Друид? Я охотник пустыни. Камень мне дал однажды тот, кто был мудрее меня. И с тех пор во мне живет сила льва. Но он одолжил мне его. Я передам его другому, когда придет время. Понятно. Значит, мне. Что ты тут делаешь? Мы напали на Лагу и освободили всех рабов. Мы? Ты и твой лев? И мои братья. Они увели освобожденных рабов глубоко в пустыню. Я остался здесь, потому что мой бой еще не закончен. А когда будет закончен твой бой? Когда вся страна будет освобождена от кабалы. Пойдем. Так, тут ничего нету, ладно. Так. Идем в другую пещеру. Ты идешь за мной? Давай, давай. Трупик. Чтоб тебя черви съели. Так.
Вы серьезно? Ну ты ему показал. Да давай. Чтоб тебя черви съели. Меня прислал. Поверить не могу. Ты вонючий. Зато ты от... Сейчас ты умрешь. Так. Стой на месте, трус. Взять все. Блин, десны болят. Мои кости. Вот так. Так, а где у меня вот этот дабл? Нормуль. Так. Значит, мне не дают там добывать, будем здесь добывать. Тут у нас. Ладно. Так, а где у нас тут камень телепортации? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Как идут дела? Доброе приветствие, мой друг. Чем Сибур Нарад может тебе помочь? Знающему... Все нормально? Все отлично. Лучше жизни и быть не может. Ты хочешь что-то купить? О, хорош. Ты что, накурился? Не говори так. Рассматривай это как медитацию. Ты даже не представляешь, каким простым все вдруг значение малого. Ты? Да. Хочешь чего-нибудь? Это действительно хорошая вещь. Перед твоим домом стоит верфь для постройки шлюпок. А лодки ты тоже строишь? Нет, нет. Лучше я втянусь. Прошлый короче, раз наркоман. Я был такой обкурен. Мне надо было сразу зарисовать ее. Можно мне? Эй, парень, это мое изобретение. Просто так я не могу надо тебя как-нибудь. У меня есть одна идейка. Принеси мне 5 шкур белого волка. Я думаю... Ты издеваешься на... Шкуры в пустыне и... Ну да. Ты когда-нибудь... Обязательно. Вот этому шкуры-то надо. Но берегись, есть. Эй, раз старый Сибур, да. Твой. Спасибо. Победи. Понятно. Не. Можно и. Вот рисунок. Как... Все, я получаю. Что происходит, влага? С тех забрал. Пор, как Расул здесь. Травка растет по всему. Впрочем, поговори с Фабио. Но будь с ним осторожен. Понятненько. Так, у тебя тут нету?
Ну, блин, совсем близко. А здесь он не подтягивается. В первой-то, хоть и во второй он подтягивался. И залазил. Здесь упустили вот это. Сначала посмотрим, мало ли. Что тебе тут нужно? Ты заблудился? Сюда приходят или рабы, или кочевники. На раба ты не похож. А ты? Что ты делаешь в этом гнезде? Я? Я здесь хозяин. Конечно, может, мои парни и не элитные охранники. У меня есть несколько охранников, один орк и вечно обкуренный гладиатор. Зато здесь, черт возьми, растет самая лучшая болотная трава. У меня и садовник есть. А вот у Все ясно. У вас тут есть что-нибудь типа арены? Конечно. Мы специально для этого яму вырыли. Если хочешь драться, хочу. Обращайся ко мне. Я... Хорошо. Против группца или против... Я хочу... Нет, подожди, так не пойдет. Мамука. А потом... А потом сразишься с группой. На нас напали. Теперь все снова спокойно. Да. Ну это же течет, мать. Возглавлял шокер. Я готов поспорить. Где-то рядом. Позволь мне выступить против Мамука. Не возраст. Другой вопрос. С тех пор, как Расул начал выращивать травку. О. Да ладно, пара, постарайся. Защитить. Так, давай. Что? Что ты тут делаешь? Как можно меньше? А почему это я? Ого! Понятно, тоже невменяемый. Что, какая... Да ты уже в хл... Эй! Тебя, наверное, никогда... Да. Знаешь что? Если не хочешь идти... Драться. Ну, хорошо. Покажи-ка меня, на что ты смотришь. Стой! Ну-ка нахрен, где? Так. Охренеть, чуть меня не задавил. Падла. Вот так. Это я соберу, мало ли. Самому пригодится. Зачем вам столько наркоты? Ну, хотя да, хорошо сражался-то он. Так. Блин, блинский. Кстати, выучил, что ты тут выращиваешь. Что ты здесь выращиваешь?
Болотницу, приятель, самую настоящую. На вот, попробуй. Я ей пакетами продаю. Отличная вещь. Кто понятно, наркоторговец. Тот... А я-то думал, болотница растет на болоте. Да все так думают. Но посмотри вокруг, она растет быстрее, чем я успеваю курить. Условия здесь идеальны. От этого цветочная пыльца становится необыкновенной. Каждые пару недель я снимаю ног, только если не налетят шершни или кочевники. Что ты знаешь о кочевниках? Проклятые бомжи. Они... Ну, это я еще хоть как-то могу понять, но... Они еще и вытоптали мои растения. Бомжи, да? Ты разбираешься в растениях? И не только. Я кое-что понимаю в зельях. Я бывал в Бенерай. Только был химичу назад. А что, шершни любят болотницу? Да, у этих тварей губа не дура. Они уже сгубили. Так. Ну давай, я шершни убью. На меня... на... Почему они не освободили тебя? А у них и захотел. Я? А кто? Нет, я не уйду. Работы хватает. Да. Нет, я только воду возьму. А, во. Мало ли кому она пригодится. Ох, маяк. Это был хороший бой. Да уж, по крайней мере для одного... Блин. Ты кое-что смыслишь в бою, не так ли? Чтобы разделаться с тобой. Ты научишь меня драться? Так. А что, что ты тут делаешь, Шор? Великий храм в Бен-Сала был разграблен. Артефакты похищены. Да, он приказал мне искать артефакт. И что же ты думаешь здесь? Нет, Морро. Но здесь есть человек. И кто же это? Фабио держит в тюрьме одного Морро. Это мы знаем. Там маг воды. Так. Твою мать! А чё они не летят? Глюкнуло что-то. Надо еще иммунитет против яда иметь. Это лучшее будет. Так. Так, 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 так. Вот так. Взять все. Взять все, взять все. Вот так вот. Все вроде бы, да? Хрен остал. Шныги. Еще? На. У меня же иммунитет уже, чё вы. Так, а тут где-то сундучок должен быть. Вы же что-то должны охранять здесь, нет? Сейчас посмотрим.
Тихо. Почему у вас тут так много? Блин, блинский. Ага. Нет, я уверен, что тут еще, кстати, какая-то пещерка должна быть, нет? Там, кстати, где-то, да, если плыть, вон там вот, капдаун, там вот если оттуда плыть, сюда, там какие-то орки, какие-то кораблестроение какое-то там. Ладно, с этим мы потом. Водопады красиво так. Блин. Это чтоб по кружную не ходили, наверное, вот этих всех придумали. Чтоб не сокращали путь себе. Вот видите, я хорошо, что раньше еще к Нордмору немножко чуть поближе подобрался и взял шкуры волков. Так, мне надо сейчас камень где-то тут найти. Телепортации. Глюкнул где-то. Завис так высоко. С шершнями покончи. Значит, след. Вот, держи по. Так, ну-ка. Точно тут ничего такого нет. Это в теории плыть надо. Там в трейлис приплывете. Блин, я даже там, кстати, и не плавал, не даже не помню, плавал ли вообще там. Никогда что-то не задавался таким вопросом. Вы, кстати, тоже не видите, да, где камень? Ладно. Он просто, блин, в всяких неожиданных местах может быть. Так значит, ты надавал маму. Ну. Отче. Я всегда подозревал. Ничего удивительного, что меня засунули в эту дыру. Такого больше не повтори. Я. Эй! Это торг наш гость. Если ты победишь. Ты хочешь сказать, что я здесь ничего. Нет. Ты получишь пакет болотной травы, давай. Я. Хорошо. И не. Что ты знаешь об этом Шакиоре? Рабы называют его львом. Не. А ты как? Я видел, как он драл. Да, на его. Что должно произойти с. До тех пор, пока он рядом. Ну, может, он должен. Ну, так я вот это приведу, поди проще. Орк, пойдем драться. Предлагаю. Я за это зап. Ты платишь за то. Давай. Никто. Взять все. Вот и поговорили нахрен. Я выиграл бой против Грубуца. Ну да, верно. Так. Санчо прислал меня. Да ты что? И чего нужно этой жирной свинье? Он хочет знать, где его золото.
Ты в тоннель уже загляд? А что случилось? Кочевники угнали всех рабов. А без рабов... я доложу ему об... Да, доложи. Ну, это еще не все. Вот реально, где... Где-то, ну, должно же быть. Блин. Блин, где-то нет. О! Нашел нах. И сейчас у меня для вас будет сюрприз. За мной! Давай. Что ты ходишь? Ходишь вокруг да около. Влаго, еще один пленный. Еще пленный? Я думал, мы всех освободили. Этот пленный заперт в одной хижине. Ты знаешь, кто он? Пока еще нет. Тогда выясни. Так. Сейчас выясним. А как нам выяснить? Что ты сторожишь? Не твоего ума дело. Я? Нет. Но? Ни за что. Что тебе не понятно? Уходи. Чтобы обезглупо... Я уверен, что у тебя еще так. Есть дела. Ты знаешь что-нибудь о пленном? Эй, приятель, этот вопрос очень сильно напрягает. Так ты мне расскажи. Итак, что ты знаешь? Я знаю только, что Фабио, поэтому он не хочет, чтобы об этом... То есть ты ничего не знаешь? Эй, ты что думаешь? Они помочь, так? Покажи мне. Понятно. Как говорят, сын борьбы Мора. Ты знаешь, кто этот пленный? Мор. Ты уже... Да, но он ничего не говорит. Упертый старик. Понятно. Ты знаешь, как его зовут? Сколько Мора, столько имен. Я их не запоминаю. Понятненько. Ага. А где этот-то козлина обкуренный? Ты знаешь, кто этот заключенный? Кто? Я-то? Идем. Слушай, я, может, и пыхнуть, и не ду... Что ты хочешь за его имя? Знаешь, нет ничего так... Погоди-ка. Фабио вроде чего-то от меня хотел. Чтобы ты поменьше курил? А, вспомнил. Я со шныгами на побережье. Разобрал. Так что давай, принеси мне... Я покажу их фа... Вот, получай свои тропы. Ух ты! А парень-то не промах. Так. Теперь давай, выкладывай, что знаешь. А что ты скажешь, если я... Ничего не скажу, я просто сделаю тебе очень-очень больно.
Я просто пошутил. Слушай, этот из магов воды, Ватрас. Он преклонного возраста. Вот видишь это? Будь осторожен, если... Так. Пленником является Ватрас, маг воды. Ватрас мудрый человек. У тебя уже есть? Мы последуем зову льва. И что это значит? Мы спустимся вниз и нападем на них. Звучит просто. Да, это-то и хорошо в пу... Мастером боя на посох. Научи меня, как стать мастером боя с посохом. Конечно. Так. И что, у меня теперь посох весь выучен? У меня же еще маг воды, но темный маг это не он уже будет учить. Блин, вот это меня могут же только король орков, либо король людей научить. Ну там опять нахуй надо это репутацию у них. Ну за 70 что ли получить? 75. Я знаю, кто твой пленник. Да ну. Ватрас, маг воды. Ну ладно. Так было на... Смешно. Так, подожди, а вот теперь... Мамука мы сдадим по полной нахрен тогда. Только где я там нахрен сохранился? Я знаю. Так. Мамук мне это. Этот парень обдолбанный придурок. Хм. Если я прикажу его убить, я себе такого позволить меня не могу. Меня окружают идиоты, но они мне нужны. Ну ладно, по крайней мере, у меня есть садовник. Проклятие! Что тебе нужно? Всегда будь... Мы следим! Так, мне надо сейчас... Наверное, вот так вот сделать. На. Покажи мне, что ты можешь. Мне нужен подходящий ключ. Оставь меня в покое. Я хочу спать. А где ключ? Ключа нет? Блин, этот еще в текстурах застрял. Еще? Больше никогда не смей поднимать на меня оружие. Проклятие. Что тебе нужно? Так, а где ключ?
Понятненько, да ключа-то все равно нет. Ну-ка, ты свободен. Ты знаешь, ты у меня кровью умоешься. Стой на месте, трус. Это не сработает. Блин. Где мне ключ-то достать? У Фабио. Ну-ка, захреначим, давайте посмотрим. Мы поговорим позднее. Так. Невозможно. Он Фабио не как? Невозможно. Блин. Всегда будь на чеку. Зачем ты меня будешь? Нет. 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 Так. Невозможно. Так, тогда давай ты. Сюда. Мы сейчас кое-что с тобой сделаем. То, блин, ключ нужен был. То сейчас уже не надо, блин, открыл. То доверия много. Хочу посмотреть, на что ты способен здесь, говнюк, давай. Ты знаешь, я тебе голову оторву. А тебе мы дадим. Да. А еще и вот так вот. На. Давай, 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 давай. Что еще ему можно сделать? Благословить оружие, так. Ледяное копье. Ледяной взрыв. Где она? Ослабление. На. Приначьте его. А.
еще порох в пороховницах? Забрать все. А копье-то куда улетело? Вот так. Сам он там и помер. Так, так, так. Зачем ты меня будешь? Нет. Нет. Мы следим. Так. Тебе следует получше следить за своими вещами. Ты мне действительно, что ли, освободить этот... Значит, все-таки надо освобождать. Ладно. Сюда. Как бы печально это не было, но пойдем. Пойдем, пойдем. Опа. А то я же его и тут захреначил. Еще и удивляюсь. Это слишком слабо. Оставайся стервятником. Так. Есть кочевники или еще кто? Так, я где бегаю? Да вот у тебя есть. Или ты меня-то бьешь? Вот так. Давай, кто кого? Пойдем, детинушка. Плохо он тебя бьет. Пойдем, пойдем. Гремучий змей, прям слышу, где они там. Сыкает, во. Ты-то мне как раз и нужен. Вот сейчас пусть они его там и хреначат.
Ох! Заметь, он-то тебя хреначит. Ну, ты оставайся с стервятником. Думаешь, было больно? Ну давай. Больше ничего нет. Ради Беляра, давай магию. Сюда. Ты этого хотел? Давай, давай, давай. Да, ё-моё. Освобождать придется, да, значит, по-любому. Это твой конец, тварь несчастная. Пойдем. Конец твой. О, какая-то пещера есть. Просто мне тебя своими руками губить невыгодно. Ай-яй-яй-яй. Кто бы тебя забил? Так. Потом мы туда придем. Сначала надо избавиться от этого вот. Ну, в принципе, в том-то городе я все сделал. Можно освобождать, потому что Ватраса все равно освобождать. Как ни крути. Сейчас ты получишь. Стоять. Сейчас ты получишь. На.
Ой, думаю, вы с ассасином-то там не справитесь ни хрена. Вот тебе. Завалили ассасина. Оп, мимо. Мимо. Стоять. Да пошли вы в жопу. Я к вам еще народ приведу. Так. Кто тут у нас? Блин, вот там тоже походить. Или это просто заняли игровое пространство? Ой. Да уйди ты нахрен. Я тебя с собой не звал. Так. Ой. Где у меня этот лаг этот? Ну вот она. Оп. Так, кого мне еще увести отсюда? Вот, ты пойдешь. За мной. Пойдем. Мясо. Давай, 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 давай. Сюда. Ё-моё. Огр. К разбойникам тебя или к нечисти? Разницы никакой, да? Мне главное вот от тебя избавиться не своими руками. Пойдем, пойдем. Тут недалеко осталось. Ты проиграл. Я вот такой прям ниндзя. Пипец, у меня вообще далеко. Давай. Все здесь ради тебя задумывается.
Давай. Я тебя прикончу! На. Я просто очень хорош. Да кто бы сомневался. Знаешь, себя нечисти будем скармливать. Так, тут что-то забрать надо. У этих грабителей. Будем вытаскивать тогда, смотреть. О, ящик с товаром. Ага. Собираем. Значит, я нечисти будем скармливать. Пойдем. Ой. Ты идешь? Ай-яй-яй-яй-яй. Меч ассасина. Грабители, значит. Может, хватит? Стоять! На. Я просто очень хорош. Пойдем, очень хорош. Так вас, блин, не напасешься. А я думаю, где вы все? Я остался хрен, да ни хрена. Я просто очень хорош. Пойдем. Очень хорош. Ты идешь? Хорошист. Ты ты-то мне как раз и нужен. Давайте. Хренакайте его там. Ты сам это. Да.
Да. Ты сам этого хотел. Да. Ты... Да. Так, надо еще Мумуку вытащить. Блин, он тут опасный противник. Так-то на мечах. Да. Ты сам... Да. 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 Ты сам этого хотел. Да. Вау, там еще и зомбики. Прекрасно, вот так их и вытягивать надо еще. Вот Мумуку утащить сюда. Пусть хреначится. Так, ну давайте для начала я... Ой, блин, он весь в зомбиках. Они мне пока нужны. Потом вот здесь камень, там он где? Где-то тут в рисе, блин, что ли он? Сидите тут в осаде. Так. Вот он, камень телепортации. Все, теперь обратно. Следующую жертву. Ну, я думаю, это пока не интересно. Давайте промотаем это. Итак, всех мы вырезали, кроме самого главного. Пора и город освобождать. Давайте один освободим. Утолим жажду крови на... Пойдем, там никого не осталось, вон они все валяются. Кстати, он их всех и перебил, я их просто выманил. Он их перебил. Не мешай мне, я немного полежу. Тебе следует по... Не мешай мне. Аданос не забыл своего слугу. Он не спаслал мне бесстрашного освободителя. Да ладно. Так доведем же это дело до конца. Так. Что ты знаешь о местоположении кочевников? Я лишь знаю, что скитание племен подошло к концу. Они все собрались в рабских крепостях и борются против оккупации. Сразись на их стороне. Я освободи наш народ, ага. Так, а что у тебя тут есть? Что тебе нужно? Нужно спать до утра. Спать до следующего утра. Сейчас он выйдет. Проспится. Увидимся. Не мешай мне. Подожди, если я об алхимии, где-то у него должен быть алхимический стол или что? Город-то не освобожден. Так, теперь-то я могу все взять. Ха-ха-ха. Точно, я как-то даже вот золото, которое он считал, здесь бананы. Морковь, рыба, рыба, морковь. Вы что, серьезно думаете, яблоки и груши я буду по одной брать? Если мне все здесь все, что можно взять.
Вот. Так, давайте. Сюда. Ты знаешь, я тебе голову оторву. Ты у меня кровью умоешься. Почему ты на меня-то напал? Почему тебя посадили в тюрьму? Они думают, что как духовный вождь кочевников, я выдам им наши тайны. Они так много хотят знать. А глупцы! Так, ты можешь меня чему-нибудь научить? Ты в поисках. Хорошо. Потому что знаю сам. Научи меня высшему знанию магов воды. Это знание позволит... Ты почувствуешь... Понятно. Что ты собираешься делать? Так. Сейчас ты получишь. Он, кстати, против меня так сразу стал враждебно настроен. Хотя я его пальцем не тронул. Есть еще порох в пороховницах. А ключ все-таки у него был. Так. Что ты знаешь об артефактах? Теперь и ты начинаешь. Я знаю лишь, что другие... Чтобы найти их, тайны древнего народа. Так, расскажи мне что-нибудь о древней магии. Так. Власть означает ответственность. Лед и холод. Волна холода. О жизненной силе, так. Магической силе. Выносливостью. Что ты собираешься делать? Никто не брал. Перед смертью. Что это за род? Его глава. Я должен отвезти тебя к нему. Да. Если. Я где знаю, где тут хьюрить. И хорошо? Ты можешь гордиться. Еще не настало время. Ты желаешь его? Разве я этого еще не... Нет. Лагу освобождение было Лагу было довольно смелым делом. Так что же ты требуешь? Я кочевник. Я сражаюсь за свой народ. Эта борьба очень важна. Я хочу, чтобы ты понял это. Конечно. Тогда поговори с моими братьями. Найди племена, которые сражаются против рабства. Тогда ты будешь достоин носить камень. Какие племена я должен найти? Поговори с Асару. Он возглавляет род возле Браго. Найди Кайора. Он сражается возле Морасул. Вутраса найдешь возле руин Альшидима. Хьюрит и его племя можно найти на юге. А Синикар ушел на восток. Храма. Ищи его. Понятно. Будет достаточно, если... Еще бы карту бы дал. Здесь бы. Здесь все благополучно благодаря тебе. Ну а тебя убили, хоть и сражался на моей стороне в последние минуты. Но все же. Итак, мне надо в первую очередь. Где ты, мать его? Вот сюда. И оп. Та-т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 а. Где ты, чудак-человек? У меня для тебя кое-что есть. Клянусь, бородой Инна, ты принес мне настоящий чертёж. Где же ты? А, погоди, это ведь не важно. Лодку мечту. Какая хрен разница, так. Алхимического нет стола. Конечно. Так. Тебе легко говорить. Так, о древней магии. Об алхимии. Сейчас это мне уже не нужен. Смотрите, что я выучил. Так, а что я у него выучил? А, вот.
Восстановление маны. Ну, это я у мага огня, у мага воды. Так, магия превращения будет эффективнее. Заклинание удевается урон и действует в полтора раза дольше. Маг огня вот здесь. Блин, надо вот эти теперь все выучить. Так. Невозможно. Так. Ладно. А как мне тогда убить его? Как мне тебя убить? Покажи мне. Ладно, сделка закрыть. Твою мать, у меня сейчас вопрос такой. Как быть? Я бы даже и внимания не обратил. Сюда. Прочь магию. Да успокойтесь вы. Блин, а мне как? Так-то нахрен не нужен. Ты... Там кольцо холода, кольцо огня, блин. Эти твари ничему не учатся. Так, мне кажется, я... Прекрати свои магические фокусы. Ну вот, получается же. Давай, давай, давай. Блин, хреново, что он в меня попал. Надо заставить, блин, его как-то выйти оттуда. И за мной идти.
Как это только сделать вот? Осторожней с тем, что говоришь. Да вообще не то. Блин. Прекрати использовать магию. Прекрати колдовать. Все. Все. Некоторые проблемы. Прекрати свои магические фокусы. Я раздавлю тебя. Здесь драка. Хватит. Да не так нахрен все это дело должно быть. Так, мне надо, чтобы он в меня начал стрелять опять. И вышел за мной. Но не попал. Видите ли, вас здесь слишком много. Прекрати использовать магию. На. Прекрати использовать магию. Опять будут одни неприятности. Давай. Оп. Давай. Вот. Блин, попал. Тварь такая. Да тихо вы. Все так хорошо начиналось. Я еще вернусь, Морра. Да ё-моё. Остановись здесь. Это не сработает. Ты везунчик, Морра. Давай взять все. Больше там ничего нет. Твою мать. Ну ладно, давай вот так попробуем. Я тебя еще достану. Может, хватит? Здесь драка. Блин, ну-ка давай вот так вот. Может, хватит. Сейчас мы из-за забора как-нибудь бахнем. Чтобы вы все передрались. Или ночью тебя потихонечку выманивать. Достану. Наконец. Люди, драка. Да. Крепче бей. Блин. Что где стоит морда? Твари такие. Ладно, давайте пока тоже пропущу этот момент, будем вытаскивать его сначала. Выманил я его все-таки.
Пока у него, блин. Сядь, все. О, у него, кстати, и камень еще есть. Ничего. Блин, так-то я его выманил-то, но... Его надо выманивать, когда он дает задание на инока. А он у меня помер уже, я ж там как-то его увел. Ну, его там и убили. Блин, ну и миссия. Стоять, они убивают. Что-нибудь знаешь об этом? Нет. Мы за тобою следим. Городской шаман Громпел мертв. Ха-ха-ха! Великолепно! За это я раскошелюсь. Теперь ты бросишь вызов Умбраку? Можешь на это положиться, но сперва я должен уладить дело с рабами. Понятно. Я уверен, что у тебя еще есть дела. Подождите, так я... Чё, блин, он, значит, получается, не станет верховным? А чё там, господи, кто там еще? Где эта тварь? Анок, инок. Шаман Громпел мертв. Тогда моя миссия здесь. Я должен снова вернуть. Так. Теперь надо здесь узнать, что изменилось. Тут ни хрена не поменялось. Ну-ка, по заданию. Так, репутация орки 50. Понятненько. Так. Ну, давай, куда мне там надо-то? Бен, хрен пойми, что. Это что? Вот это, да? Так. Где там у меня правитель-то нахрен? Ты лучше не мешай мне, чтобы без глупости, ясно? А теперь ступай! А вон они. Так, это первый. Лохин, кто-то нападает. Как только мы найдем вину... Я был в Лага. Рабы еще там? Нет, на Лага напали кочевники и увели всех рабов. Клянусь гневным дыханием, нежить в Бенсала. Кочевники в Лагу. Видимо, мир совсем сошел с ума. За такую новость тебе и платим. Ты, конечно же, получишь свое жалование. Что ты собираешься делать? А как ты думаешь? Ты же кричал. Тебе нужна работа. Ласко. Он... Нежить Бенсала? Ты еще ничего не слышал?
Он... Так, это я знаю. Не позволяй отвлекать себя. Это мы знаем. Подожди. Про Бенсала мы все знаем. Мы там были, видели нежить. Она и покрошила нахрен твоих. Но даже если кто-то крошит твоих бойцов, все равно подозрение падает на меня. Я так уже понял. Своим умом допью. Санчо прислал меня. Я... Значит, влага. Ну ладно, слушай. Выбери себе хилых. Он и его коллеги могут нам пригодиться. Ах, и еще... Раз уж ты будешь влаго... Болотной я... травки. Вот пакет болотной вот травки. Отлично, отец. Что ж, мне это тоже... Чему? Вот я уже достаточно давно работаю на Санчо. Конечно, он взял на себя заботу, но поверь мне, ему самому... К чему ты... Ну, я мог бы послать тебя к работорговцу в Брага с большой суммой денег. И... Естественно, мы бы только сделали вид. А по дороге, если ты расскажешь эту историю... Ты уверен, что он поверит мне? Не был бы я в этом уверен. Подумай хорошенько. Так, ладно. Начнем с рабов. Даже не знаю, как мне... Так, ну у меня что с ассасинами-то? Репутация 15. Васко при... Что? Ну, он хотел надуть тебя на прилив. Ну, я же давно его знаю. И всегда хорошо ему платил. Я ему этого так... Я вечно из его жалоб. Все, что касается тебя. Так. Ассасины 15. Ты выставляешь мне... Да, что? Ах, не... Ну-ка, если по-другому, давайте попробуем. Мне самому интересно сейчас стало. Если по-другому попробуем, что будет? Мне деньги-то не интересны, конечно, но... Я должен был купить... О, нет. И все золото? Да, пропал. Проклятые кочевники. Они... Все нормально. А я тебе что говорю? Вот об этом больше не вспоминаем. Ассасины 15. Ни хрена не поменялось. Ну ладно, при деньгах остался. Так, ладно, поведем рабов в лага. Ты и твои товарищи, вы сейчас пойдете со мной. Да, всегда. Давай. Хорошо. Лучше иди, а то у нас обоих будут неприятности. А куда вы идете-то? Подожди, а я сейчас не понял, куда они идут. Твою мать, это что, они так медленно идти будут? Да. Или мне вот истощенного раба притащить, а остальное уже все сами. Что?
На. Охренеть. Вон оно, что значит, Михалыч. Этот кусок никак не откалывается. Пойдем. Он, кстати, устал и устал, ему, блин, быстрее всех бегать. Давай, спускайся. Мне кажется, вот этого истощенного притащите, а остальные сами уж как-нибудь придут. Только куда? Вот его в пещеру же надо, да? Я так думаю, они вон туда направляются, все в пещеру. Пришли. Ох. Вперед за работу. Ну хорошо. Чего? Они там? Ты отвел раба? Да, не. Хорошо. Нади, вот твою жал. У тебя есть еще для меня? Нейт, ты мне очень помог. Ну, с твоей помощью-ка. Понятно, хорошо. Хватит там времени, я помогу тебе. Хоть Бак Сигмор из Бакареша задолжал мне кое-что. Я дам тебе это письмо для него. Бакареш, это где Бакареш-то у меня? А, я до него еще просто не дошел. Племенами кочевников поговорить. Так, это у нас что там? Мурасул находится. А по заданию там у меня где-то что-то. Камень в. Так. Он возглавляет возле Брагу. А я где сейчас? Ну, давайте в Брагу. Брагу. Будем там поищем. Вот а где искать? А, у меня, кстати, еще ключ был. Так я, блин, его там взял где-то далековато. Значит, где-то вот здесь вот он должен быть. Так. Ладушки, ладушки. А,
Так. Вот здесь-то ты меня не достанешь, да? Давай. Тихо. Ой-ой-ой, последний, да? Так. И опа. И я опять целенький и невредименький. Ой, это грабители. Стоять. Тихо. Охренеть. На. Ай-яй-яй. Ай-яй, да ты охренел. Так. Блин. Вот я из головы гасану. Письмо Бернадо. Ну-ка. А где у меня письмо это? Письмо, письмо. Находится сундук. Они. Ключ Фабио. Какой-то ключ, ладно. А, письмо. Письмо. А где он? Орочи и раскопки. А во! Две связки оружия тебе, золото мне. Не приближайся к Брага. Бернадо. Так, подайте своего способный человек. Он доказал, что является центром нашего общества. И в случае Белиара, если он доберется до Иштара, это компенсирует мне сумму больших долгов. Сатансовщиц. Молись за нас. Так, мне нужно скорее поменять тайник, пока его не обнаружил Марик. В Монтере. Понятненько. Ладно. Подождите, а я какую сейчас только что там захреначил? Так. Должен охотник так на ползунов поговори с Васко. Тайные сделки. Вообще-то я, ребята, не вас искал, честно скажу. Ладно, вот сюда вот еще схожу, посмотрю, что здесь.
Вот так. Чтобы вы мне потом не мешались. Я вот хочу вот на эту кучку посмотреть. Вперед, вперед, вперед. Что это? Так. Все, ничего особенного, ничего примечательного. Ладно. Где у меня напитки? Сами прискакали. Много шакалов. Так. Блин, вон там где-то точно должны быть они. Угу. Блин, опять к Брага буду подходить. Я прям слышу, как они, как кони топчутся нахрен. О, слышали? Так, ладно. Вот еще развалины есть. Это я их убил-то здесь. Видимо, это разбойники, видимо, были. Идем дальше. Что мы там видим? Вон там наверху что-то. Спокойно. Блин, такое расстояние бежать. Давай.
И еще раз нет. Вы че, блин? Так, это я где? Так, ладно, сейчас внизу посмотрим, если ни хрена. Должен же все равно что-то быть в вазе все-таки. Мне уж никого нету. Костер есть. А кто костер поддерживает? Люди. Твою-то мать. Кто-нибудь. Я что, должен в песках погибать, что ли, тут? Демоны вызывай, схватайся ему за ноги, пусть он туда летит. Может, летающий подъезд с крыльями. Не понимаю. Мостик же есть. Ой! Вот так. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Охренеть. Так, там львы. Кочевников не видно. Так. Сваливаем отсюда. Бернардо снабжает кочевников оружием. Прямо у меня под носом этот шелудивый сын шакала. За это его следовало бы. Но если я прикажу его убить, кроме того, он единственный, я дарю ему жизнь. Но за это он будет платить. И можешь мне поверить, следующий, кто попытается. Что касается тебя. Вот, держи. Я позаботился о Малире. Я преклоняюсь перед твоей храбростью,
О, сын опасности, возьми это золото в благодарность за твой под... Я ликвидировал Такла. Значит, ты заслужил награду за его голову. Так. А Сару и Брага еще. Так, ладно. Где у нас это может быть? Ну что, как идут твои дела? Ты, Брак... Да, что ты хотел сказать? Ты меня предал. Мне не... Но мне нужно золото. Вот видишь. Ты далеко пойдёшь. Узнал бы ты, как далеко. Так, а у меня что, орки? 50 повстанцы, странники, ассасины 15. Блин. У Диего спросить, что ли? Там уже эти преступники валяются. А где они рядом с Брагата? Хоть кто-нибудь. Ну-ка сейчас спросим. Диего здесь, нету же? Иди за мной, ты мне так не нужен пока. Проклятье, твой кубок у Нафалема. Я благодарю тебя, Ос. Вот. Так. Рядом с Брагом. Где не нахрен рядом с Брагом? Никого не видел, что рядом с Прага. А вот сундучок вот здесь вот нахрен неоткрываемый. Мне нужен подходящий ключ. У кого этот ключ от этого сундучка? Тоже неизвестно. Поехали. Смотреть будем. Может, где-то наткнусь. Рядом с Брага. Это рядом, может быть, даже совсем не рядом. Территориально он место у них еще есть пока. Так, а я здесь был, да? По-моему, было вот это строение. Да. Такое чувство, что у него там где-то под холмом, что ли, прячется. Ладно, посмотрим. Песчаный шнык. На. Ух ты. Так.
Взять все. Охота в области искусства. Подожди. На. Тихо. Вот так. Ух ты, блин. Так, где я по карте-то? Я там с Брагой, блин. Так. Ну, вон еще какое-то построение, постройка какая-то. Ну-ка, давай. Бандиты? Огры. На. Да он отпрыгнет. Вот так. Взять все. Что вы охраняли? Что? Ни хренашеньки. Понятно. Господи. Так. Ну, по крайней мере, хоть куда-то я продвигаюсь. Давай. Ну-ка, надо вот это случайно-то убрать. На кольцо льда, ледяной взрыв, даже не знаю. Огненный шар. Чтоб случайно не телепортироваться, куда не надо. О, нет, я даже знаю теперь, на чё, так, где он? Пока все идет нормально. Так.
Вроде, да, неплохо тут принакнут. Ага. Сейчас, минутку, мы подправим себе здоровье. Вылез и ударил нахрен. Как низко с твоей стороны это было. Смотрим. Так. Смотрим, что у нас тут. Орки раскапывали. Тут точно ничего нету. Ладно. Блин, я думал, он там стоит. Это не сработает. На. Такс. Тут ни хрена. Кончилась мана. На. Вот так. Хоть она у меня и пополняется сама. Да нет же. Ну, скорости пока нету. Охренеть, сколько у вас тут? Двери закройте. Нет, посмотрите-ка. Ладно. Тогда вот так будет. Оп. И вот так. Это не сработает. На. Кто-то еще должен быть. Ну давайте. Идите сюда. На. Все. Ну-ка. Штаны. Вот кто-то магией балуется. Ладно. Так.
Так. Так. Опа. А что, себя взять нечего? Охренеть. Вот ты, блин, лошара-то такой. И взять-то с него нечего. Давай. Охренеть, еще и зомби хорошо фехтуют, правильно? Ну, я сказал. Все, больше никого нет. Я почему-то думаю, что здесь должен быть в клубах, наверное. Так, вот эта дверь. Может, мне что-то в дверь надо туда куда-то зайти? Я почему-то думаю, что должен где-то кубок, наверное, валяться. Или что? Или что-то я должен... Артефакт какой-то подобрать. Дубина. Где-то глюкнуло. Через текстуры кто-то пробивается. Блин. Ладно, сейчас посмотрим здесь тогда. Ни хрена не нашел. Вот так вот. Где-то что-то еще. Огненный голем. Подожди. А на огненный голем у меня есть ледяное копье. Сейчас будем смотреть, как оно действует. Ну, нормально действует. Нету ничего от него. Блин. А я уж надеялся. Так, ладно. Ничего мы с него не поимели.
Так, там у меня следующий город, да? Это нет, смотрите, руины торчат. Блин, даже шкуру с этого песчаного шныга не снять. А нет, смотрите, там люди какие-то. Это кочевники. Ладно, хоть кого-то нашел нахуй. Живые, надеюсь. Не бандиты. Так. Никого нет. Так, ладушки, ладушки. Вот они, люди. Послушал бы моего совета. Убери руку от моего. Только тебе чего? Так, что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Не спрашивай, дружище. Если хочешь, я должен поделить добычу. Так, кнуту. Кнуту Гансону или Гансонович или кто? Никогда ничего не выйдет. Все-таки писи важны. Привет. Я Кнут, а это мои люди. Что вы здесь делаете? Мы никому не подчиняемся и берем все, что нам нравится. Бандиты, в общем. Проще говоря, вы бандиты. Мы предпочитаем название. С помощью кочевников мы взяли вот этот оазис. И что теперь? У вас есть какие-то планы? Мы подумывали о том, чтобы атаковать Бакареш, но это нам пока не по зубам. Что, если нам вместе атаковать Бакарет? Ты это серьезно? Типа, с одного знаешь, человека все там изменится. Это тебе не какая-нибудь деревня или оазис. Это все-таки священная цитадель ассасинов. То есть там полно элитных воинов. И трофеев. Хм, да. Но риск чертовски велик. Так что, если мы хотим довести это дело до победного надо конца... Надо подготовиться. Ну-ка, ты научишь мне драться? Ага. Так что ты... Ну, один я... Лично я никуда не пойду. Реджи, и кроме того, я не знаю, пойдет ли... Атас. Я имею в виду, что кочевники хоть и помогли нам, так что позаботься о том, чтобы Редж этот Атас... Рискнуть головой. Хорошо. Я эту миссию провалю заранее уже. Бакареш? Да там есть, я пожалуйста. Ты знаешь, обычно пока один еще с... А потом не... И ты получишь всю... Подожди. В грабеже... Можешь не... Лучше бы ты не встревал. Что? Пара монет? Ненавижу, но я не... Все понятно вообще с тобой. Может быть тебе и все... Почему? Давай, соглашайся. Я могу... Если найди ты хочешь... его. Если он год... Ну-ка, расскажи, чем что у тебя в охоте. Понятно. А если было все так просто? Мне бы вас бы... Ты... Он, конечно, посвя... Только заканчивай с этим. Блин, так-то мне бы вас проще перебить. Смысла мне от вас уже. Вау, приручение, да? Вот оно.
Ой-ой-ой. Я чуть побыстрее стану. Да тут их целая куча. Повсюду эти твари. Хренаще. Не жалко. Может, кого из вас и съедят. Шелудивый зверь. Так, ладно. Не получается, да, ему уснуть? Взять все. С голыми руками кочевник. А что ты меня-то бьешь? Он тебе есть демон, вот и с ним сражайся. Как-то вы плохо их бьете. У них где-то здесь логово. Еще чуть-чуть, да. И посолить. Так. Взять с него все. Так-то их перебить бы. Блин, я провалился. Вот так. Вот так, давайте. Обе сюда. Ah!
Так. Этого кочевника гаси. Сколько у вас там нахрен еще? Давай, полосани. Еще. Против демона, блин, дерутся. Загасит он вас. Я так думаю. И еще удар. Ничего страшного. Там все еще бой где-то. Да, осталось немножко. Ну? Тебя и не жалко. А ну убирай свою магию! Сюда! Пойдем. Так, я хоть правильно иду? Нет, нет, правильно. Мне надо в другую сторону. Ты их еще много? Давай. Что ты там охраняешь-то, интересно знать.
Ну, кстати, он неплохо стража храма-то бьет. У него преимущество то, что он сверху. Ой, снизу. А тебе никто и не спохватится. А ну, убирай сюда свою магию. Я... Так, волки, это слишком мелко. Для тебя-то я точно знаю. О, пещерка. А там, наверное, нежити до хрена и больше. Пойдем, посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, 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 так. А кто мне с этими раскопками-то карту-то давал, я уж не помню. Пойдем, пойдем. Не хочешь понять, что ли? Вот так. Сейчас они его... Захренакают толпой-то, я надеюсь. Ну? Да тихо ты, у тебя что? Кочевника тебе мало? Идем дальше. Кончаю со своей магией. Давай, тут где-то... Проваливай отсюда. Где-то он должен быть.
Так. Пойдемте узнаем, что за Мигель это. Что он здесь делает и почему не уходит. Что ты тут делаешь? А как ты думаешь? Это так ужасно. А они, вроде бы, они все мертвые. Они давно мертвые, но они... Да, проклятая нежить. Прошу тебя, забери... Куда же ты хочешь? Назад в Бенсала. Энцо, нужна моя помощь. Хорошо, я... Благодарю тебя. Давай. Хорошо. Вот. Так, Бенсала, это мне куда надо? А, ну вот, куда я и собирался идти. Так. Значит, пока все правильно. Подожди. Вот сюда давай. Ты, не дай бог, через эту кочку не залезешь. Вот он же городок. Правильно? Правильно. На тебя тоже напали? Нет. А вот на меня напали. Неужели? Но мне удалось убежать в город. Это я вижу. А, вот я. И что теперь собираешься делать? И что ты теперь собираешься делать? Пожалуй, останусь здесь. Я уже поговорил с Хули. Он сказал, что я могу остаться. Я безутешен. О, отец торговли. Эти мародеры-кочевники ограбили меня. А затем вдруг... Ага, вот, давай ближе. Если ты настоящий храбрец... Вернуть мне мои товары, я уже их верну. Вот все твои ящики. Ты. Спасибо. Теперь ты. Мы можем заключить. Баланс, сделка закрыть. Отправляйся кормить червей. Что привело? Как идут дела? Почти все защитники города пали, а остальные незаметно смылись. Что с тобой? Я из Бен-Эрай. Как только узнаешь, что тут творится, мы сразу же примчались сюда. И что ты собираешься делать? Смерти уже хватит. Мы будем защищать город. А что я могу сделать? Я отправил несколько человек в горы. Они не вернулись. Сходи, посмотри, оставь. На тоннеле они тоже напали. У рабов не было ни единого шанса спастись. Подготовься получше, и у тебя... Так, вот, осмотрю-ка я туннели. Осмотрю-ка я туннель. В горе есть один два туннеля. Один находится сразу за городом. Ну, это вот и откуда я... Ну-ка, ты научишь меня драться? Нет. Я хочу осмотреть эту гору. Тогда будь осторожен. Так. Твою мать. Платишь. Пара идиотов. Так. Они грабят храм. Всех и нас не в Белиар. Я заметил. Вы только послушайте. Это мужество человека. Так говорит истинный герой. Давай, давай ближе к делу. Я прошу тебя. Спаси мой город. Так, ну, это хорошо. И поговори с Даро. Скажи тебе больше. Так. Мы получили... Они предназначались для Иштара. Мы их украли. Я знаю, кто их украл. Но я хочу... Чтобы его испепелило жгуче. Да-да, я уже понял. Сугут. Один из наших людей. Понятно. А где не Сугут знает, прячется? Он ушел из города в направлении. И он был не один. А что здесь так? Что с болванками, Рут? Если найдешь их, то возьми. И пусть тебя склюют. Можно с тобой поговорить? Почему бы и нет, так? Не один.
С ним шел еще один парень. Но если ты его встретишь... Сначала я должен... Понятно. Что здесь? Это был Басир. Этот сын вора открыл... Трамп. Просто я... У него было 5 ключей. Он хотел найти божество. В их глазах горят. Все понятно. Расскажи. Он... Это мне неинтересно. Думал... Да. Белер так, заслужился. Даро. Чего ты хочешь? Ты прижёл мародёр. Что произошло? С тех так. пор, как здесь... Мародёры. Я тебе кое-кого привёл. Мой верный слуга, я благодарю тебя. Отец справедливости, так. Я здесь, чтобы... Если это... Ну, давай, расскажи мне, что это в кузнечном ремесле, так? Ага, блин, я могу помочь тебе? Это небольшая проблема. Все кузнецы мертвы? Сталь нужна, все понятно, сейчас тебе там... А 6 ящиков сталь. Ну ладно. Ты что-нибудь знаешь о ящиках? Прежде чем появилась нежить, они утащили несколько ящиков. Но один мне удалось... Так, один. Ну-ка, где-то. Прекрати свои магические... Да, убирайся отсюда. Давай, давай. Так. Так. Ящики, ящики. Где еще ящики? Тут у нас ничего, тут у нас ничего. Тут у нас ничего. Так. Блин. Все, или еще что-то есть? Ну давай. Все. Можно пойти поспать. Нечего ночью шеляться. Особенно, когда тут трупаки ходят. Попозже. Блин, за чего так много-то вас? Так, а кому надо было? О, кровать. Поспать до утра. Так. Вот твоя сталь. Отлично. Мы снова можем работать. Не хватает, так. Два ящика не хватает. Видимо, в той пещере все-таки.
Сейчас посмотрим. Где пещера? Вот пещера. Смотрим, есть ли здесь ящики. Нету. А, нет, вот смотрите-ка, тяжелый ящик раз, тяжелый ящик два, толпа, что не хватало. Все. Так, ешь быстрее, уроки будем делать. Давай, 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 давай. Сейчас возьмем чуть подальше, побольше. Окружность. Давай, где ты? Давайте-ка смотрим гору. О, а, ну все правильно, это другая уже гора, все. Кушай, кушай. Ты откуда взялся? Да, этого стоило ожидать. Да, да, да. Пусть тебя склюют коршуны. Охренеть вас тут. Чего мы взяли? Что, вроде мы все сделали, городу опасность не грозит. Правильно? Правильно.
Ну, пойдемте. Я принес. Спасибо. У вас мне... Моей благодарности. Нет, все-таки... А, и товар не твой. Мне интересен. Хотя ну-ка. У меня их 4. И все одинаковые. Что с этим храмом? Оттуда пошли все несчастные. Но ни так, один не смеюсь человек... оттуда войти. Так. Тоннели снова свободны. Хорошо. Твои люди мертвы, я освободил их. Будь прок. Я был в храме. Зло. Мы тебе обязаны. Я думаю, твой город снова в безопасности. Благодарю тебя. Я... Понятно, все. Ну все. Покажи мне... Только отмычек, ладно. Просто за раз. Как не взять. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.